предстоящие выходные 13 и 14 июля на лыжном стадионе с Шоратом пройдет открытый чемпионат и первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. За медали будут бороться сильнейшие лыжники Нижегородской области, а также Республики Мордовии, города Пензы. Саров представят воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Всего ожидается порядка 150 участников. Летние соревнования лыжероллеров стали для города традиционными и пройдут уже в 17-й раз. 13 июля у нас пройдут гонки свободным стилем, а 14 июля пройдут гонки классическим стилем. И это, скажем так, догонялки. То есть по результатам первого дня соревнований ребята уже во второй день будут стартовать в зависимости от того, какое место они заняли на гонке свободным стилем. Участники будут соревноваться в 8 группах. Самые юные спортсмены 2012-2014 годов рождения. Также на старт выйдут юноши, девушки и взрослые лыжники до 30 лет. В свободном и классическом стилях спортсмены проедут дистанции от 3 до 13 километров в зависимости от возрастной группы. Главным судьей соревнований выступит заслуженный тренер России Николай Седов. Соревнования являются контрольными. Тренеры подводят небольшой итог той работе, которую они провели на протяжении полутора месяцев, летний период времени, потому что летний период времени он является подготовительным для спортсменов-лыжников. И, соответственно, уже это задел, чтобы внести коррективы, изменения в планы работы своих тренировочного процесса при подготовке к чемпионату и первенству Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу, которые у нас пройдут в сентябре. 13 июля парад открытия начнется в 9:40. Старт соревнований в 10 часов. Всех горожан и любителей лыжного спорта приглашают прийти и поболеть за наших ребят и зарядиться положительным настроением на все выходные. Без возрастных ограничений. Светлана Юрнова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.